Всем привет, любители хороших игр и макросов! С вами Doom, и в этом видео посмотрим отличные макросы на новую киберспортивную игру Valorant, отдача в которой представляет из себя кашу из рандома. Но ничего страшного, попробуем справиться с этим вместе. В этом видео мы быстро посмотрим на работу всех готовых макросов, подробные видео для каждого макроса будут чуть попозже. Обратите внимание на то, что все макросы написаны на чувствительность в игре по умолчанию. То есть в самой игре ничего настраивать не надо, а DPI выставляется только на мышке по своему вкусу. Также обратите внимание, что все макросы имеют версию стрельбы как от бедра, так и в прицеле. Оба варианта достаточно эффективны и делают игру комфортнее. Оружия, которые стреляют в полуавтоматическом режиме, переведены в автоматический. То есть стреляют зажимом. В каждом архиве с макросом вы найдете версию для мышек X7, Bloody, а также файл для универсальной программы Macros Effects, при помощи которой можно установить макрос на любую мышку. Все макросы в архиве имеют LKM версию для X7, а также внутри лежат все инструкции по установке, в том числе и ссылки на видеогайды моего авторства. Обратите внимание, что все мои макросы имеют бесплатное обновление на весь срок службы, без доплат и прочих подводных камней. Ссылку на обновление макросов, сами макросы и всю подробную информацию можно найти в описании под видео. Не стесняйтесь задавать вопросы, если вам понадобится помощь. Я с радостью помогу решить затруднения, помогу настроить макросы или даже произведу корректировку под ваши нужды в случае необходимости. Надеюсь, что видео вам понравилось, а макросы будут приносить пользу и радовать своих владельцев. Всем спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, я их читаю, ставьте лайки, мне будет приятно. Всем пока, друзья!